Всем привет, ребят, с вами Саша Анонимус, Саша, и сегодня я буду готовить вкусняшку под названием печеное сладкое яблоко. Для этого мне понадобится очень сильно само яблоко. Что происходит? А вот и как раз таки яблочки. Нам нужно собрать примерно одно яблоко. Этого нам будет нормально. Какое-нибудь нормальное яблоко, ребят, нам надо взять. Ну ладно. Возьму тогда вот... Блин. Что сегодня за день-то? Не везет. Но, ребят, сегодня еще выйдет ролик по игре, которую я уже снимал под названием... Войнушки про стикманов. Вы, наверное, помните их. Вот мы уже идем домой. Яблочко сорвали. Давайте быстренько телепортнемся домой, а то как-то долго идти. Вот, ребята, наше яблочко уже на тарелочке лежит. Микроволновка, котик. Надо его помыть. Помоем. Давайте просто быстренько его превратим в мытое. Вот, ребята, наше мытое яблоко. Сейчас мы его должны сделать дырочку вот тут. Ножичком. Вот. Чё ты смотришь? Ну ладно. Щелкаем. И там появляется дырочка. Вот, ребят, мы отрезали кусок. Его можно и съесть. В дырочку мы насыпаем сахар. Ну ладно, быстренько щелкнем. Вот сахарок. Давайте насыпем. Блин, это будет проблематично. Вот, ребята, и наше яблоко с сахаром. Убираем сахар. Вот, ребят, сахар и ножик я убрал. А теперь нам нужна микроволновка. Прощай. Ждем. Ребят, ко мне пришла еще одна ютуберша. Алекамур. Ну, у меня сломан телефон. Давайте еще. Погоди. Оно горячее. Давайте, да. Кстати, вы не видели, но потому что я поставила на паузу, но там несколько секунд, там были взрывы. Там были взрывы настоящие. А вы думаете, если яблоко вот можно порвать, а если взять это, эту, ну, думаете, что это кухня какого-нибудь, огромного человека. Ой, какой звук. Если туда еще водичку давай, то это будет. Ребят, это вообще. Пиш. Ребят, давайте пиш. Еще. Если вот можно кабачок туда добавить. Все, вынеси сахар туда добавить. Да. Кабачковый сахар. Ребята, вот наше яблоко. Извините, у нас тут такая тарелочка. Желез.
И наше блюдо приготовлено. Ребята, нам надо разрезать яблоко. Давайте это быстренько сделаем. Ребят, вот такое у нас получилось. И сейчас я буду пробовать это чудо. Вообще. Ой. Ну, давайте его поставим в холодильник. Вот что у нас получилось. Мы поставили его в холодильник. Ну, а теперь ждем. Вот, ребят, у нас получилось все. Вот, ребят, у нас получилось яблочко. Оно еще горячее. Ребят, вот мы отрезали кусочек и пробуем. Нет. Это вкусно. Это очень вкусно. Кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это все у меня. Кто не подписался, тот лох. Не, тот без игрушек остался. Всем пока-пока.